Турция планирует увеличить объем электронных платежей до 350 миллиардов лир к 2023 году. Такие достижения в области информационных технологий страна будет использовать для развития экономики. К слову, доля мировой электронной торговли в сфере товаров и услуг резко возросла. 6 лет назад объем онлайн-покупок составлял 3,5%, а в 2021 по расчетам экономистов возрастет до 13%. Этот показатель будет увеличиваться вместе с расширением доступа к интернету и информационным технологиям. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым отметил, что электронный бизнес стал важным сектором турецкой экономики, учитывая, что в стране 70 миллионов интернет-пользователей. Электронная коммерция очень быстро развивается. Это связано с множеством преимуществ. Нет таможенных и бюрократических барьеров, удобная оплата товаров и услуг и своевременная доставка. В интернет-бизнесе нет границ. К 2023 году мы планируем увеличить объем электронных платежей до 350 миллиардов лир.